Всем добрый день! Сегодня будем делать вкусный торт без выпечки. Если интересно, смотрите видео дальше. Вкусный очень! Итак, для торта нам понадобится 550 грамм хорошего жирного печенья. Полкило пойдет на сам торт и грамм 50 пойдет на присыпку. Масло 120 и полную банку сгущенки. Шоколадка. Половинка, может быть, чуть больше. Масло и сгущенку помещаем в чашу и взбиваем. Достаточно. Так, тортик будет 2 ряда по 4 штуки. Ну и вверх, наверное. Сколько там получится? 4, по-моему, ряда. Берем и смазываем. Лишь бы они приклеились, печенюшки, и не двигались. Можно было блюдо смазать, но так легче и аккуратнее. Итак, смазываем и укладываем все наше печенье. Заполняем пустоты. И продолжаем. Каждую печенку смазываем. Так легче смазывать низ печенья и накладывать. Теперь смазываем верх. Опять заполняем все пустоты. И хорошо смазываем торт со всех сторон. Вот так. Оставшееся печенье ломаем и измельчаем в пакете при помощи скалки. Обсыпаем бочка крошкой. Все лишнее потом уберем. Также делаем вот такие бортики. А серединку украсим тертым шоколадом. Шоколад берем и натираем на терку. Шоколад высыпаем на листочек. И вот так понемножку рассыпаем его. Отправляем тортик на несколько часов в холодильник для пропитки. Прошло 2 часа с небольшим. Разрезаем тортик и будем пробовать. Тортик получился такой вот сыпучий. Его не вилочкой кушать, а именно вот кусочек взяли и кушаете. А если вы хотите, чтобы ваш тортик был совсем мягкий и чтобы его можно было кушать вилочкой, тогда при сборке торта каждую печенюшечку смачивайте в молоке, а потом уже намазывайте кремом. И он будет мягкий, и будете кушать его вилочкой. Но в общей сложности тортик просто прекрасный. На сегодня все. До свидания. Всем приятного аппетита!